Привет, друзья! Вот интересная новость у меня. Появились новые фальшивые деньги. Похоже, кто-то научился печатать 10-рублевые монетки на 3D-принтере. Судя по всему, во всяком случае, я вот такой вывод сделал. Скорее всего, это 3D-принтер. Монетка пластмассовая, того же абсолютно цвета, что и железная бывает, точнее сказать, медная. Только единственное, какая-то легкая по весу и мягкая, ее гнуть можно, а выглядит стопроцентно одинаково, как обыкновенная нормальная монета. Вот мне где-то подсунули, наверное, сдачи давали, я не знаю, откуда у меня такое. Так что будьте, друзья, внимательны. Вот такие монетки появились. Изобретательные хитрецы с 3D-принтерами. Вот нам такое стали подсовывать.